Муж и жена, да, сатана, Константин, в ДИИ зарегистрировались, не сомневались, делать не делать, вакцину не принципиально. Но, к сожалению, вчера у меня была температура. Врач, к которому я обратился, Лаврова, сказала, чтобы немедленно позвонил и отказался, потому что вскроют вакцину, чтобы на меня рассчитывать. Я позвонил, отказался, но жену привез все равно. Поэтому, как только я выздоровлю, обязательно вакцинируюсь. Боюсь заболеть, поэтому решилась на вакцинацию. Вы не болели ранее? Да, среди знакомых болели у вас? Нет. Среди знакомых у вас никто не... Может быть, скрытно болели, но никто этого не знал. Специально не брали анализы. А вы вообще опасаетесь заболеть? Вы только из-за того, чтобы не заболеть, делаете вакцину? Либо, знаете, некоторые делают для того, чтобы получить сертификат о вакцинации? Мы работаем в Мелитополе, никуда не выезжаем. Поэтому чисто для своего здоровья только вакцинироваться и все. У меня просто хронический бронхит.